ветром стекло и разлетится. Yeah.
чуть-чуть вообще. Не попал? Где ты? А, вот ты, да. Ну, слушай, там недалеко, в принципе. Простите, друзья, кому в голову попал. Опять же говорю, 2001 год. Клуб в Питере, клуб «Полигон». На этом концерте присутствуют два человека, которые тогда были. Из трех. Из тех, что были вообще в зале. Я тогда умудрился попасть одному из трех головой в голову. При том, что зал был примерно как точка сейчас. Вот так вот. Раз, два и три. Ну, может быть, просто целиться было проще. Или зрение тогда было лучше. А точнее, то и другое. Всем привет.